Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот ксенолокс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Иди, иди сюда. Yeah.
Любишь серебро, да?
Попробуем светильник Кейры. Милка, уходить надо. Ну что ты там, живей? Милка! Милка, что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня. Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут жрут? А, Геральт, перестань! Давай без подробностей. Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Богатеи не придумают, гляди. Крыс в клетках держит, что твоих кроликов. Может их выпустить? Они ж тут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни, беды наделают. Ха, как же это? Крысы доплывут! Ой, не боись, крысы-то поумнее тебя будут. Да, какие-то они квелые. Глистатые все, или как... Ой, фу, как воняют!
Аннабель, не начинай! Займись мушевыживанием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов! Господин мой! Аннабель, не начинай! Займись мушевыживанием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов! Господин мой, мужики ворвались в башню. Только золото! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты кто? Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Ha ha ha!
это лаборатория. И, кстати, отличная. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Я ведьмак. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александр. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне в вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Почему твой любимый тебя не защитил? Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня, но они только смеялись. Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься?
Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты другая. Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... Кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров, тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Я поговорю с Грахамом. Где его найти? Он живет в деревушке на берегу озера. Но вдруг он забыл обо мне. Если он тебя любил, то наверняка захочет тебе помочь. Он говорил, что всегда будет меня любить. Иди к нему. Поспеши, прошу тебя. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло.
просто держали в клетках. До конца. Вот, сука, дрянная смерть.
поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал... Ты кто такой? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, Одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочкой простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют, потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я... Я думал, мы с Аннабель... Что мы убежим вместе, но... Все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яд удал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они... Заплатили за то, что с ней сделали! Если ты их проклял... Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но... Это значит... Разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы. И крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил... Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего, ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. Ее душа не обретет покоя, если ты ей не поможешь. Но что я могу сделать? Уже слишком поздно. Аннабель должен проводить кто-то, кто ее любил. Только так можно снять проклятие, нависшее над Коломницей. Это ее кости? Да. Дай мне их. И оставь меня одного. Дело.
и теперь она на свободе. Какая-то девушка, цветы, похожая на часовню.